подсказать что-нибудь? Вот этот танк, сколько стоит? Этот дорогой, 12 тысяч. Кому берешь, братишки? Не надо, спасибо. Я насчет ремонта. Это же вторая квартира. Ага. Тебе лет-то сколько? 13. А что? Давно ты компьютеры чинишь? Давно. Так вам чинить или нет? Ну, ладно. Заходи, раз пришел. Готово. Можете проверять. Ну, вроде больше не греется. А что было-то? Термостат барахлит. Офигеть, пацан. Ты что, вундеркинд? На самом деле, это не трудно. Сколько с меня? 4. А, держи. Сдачи не надо. Мне тоже не надо. Держите. Түріне қарасам, үлкен боласақ, тәлі өнші ойна жүмін? Үлкен болса да бәрі емес бі. Бізге сатылған жақсы емес бі. Будешь играть? Не, я домой. У меня дела. Да ладно, давай поиграем. У нас как раз одного человека не хватает. Ну, ладно, но я долго не смогу. Красавчик. Пацаны, Дима за нас будет играть. Ладно, давай с пацанами. Нормально играть, да? Давай. На мяч. Давай. Давай. Все. Нормально сыграли. Нормально сыграли, да? Да. Блин, ну ты копию жестко забил. Да. Это круто было. Ага. Он даже не успел среагировать. Да, реально. Опа-на. А это что такое? А, это... Да это просто... Так. Да ладно, колеса. Че, мы тебя не знаем, что ли? Че дело собрался? Ну, ладно, расскажу. Марсоход собирать буду. Марсоход? Погоди, серьезно? Нафига? Чтобы дистанционные данные собирать с поверхности. А как ты его на Марс отправишь, а? Баур, не тупи, а? Кому надо, тебе его сами отправят. Че пристал? Красавчик Тима. Башка, конечно, тебя соображает. Ну, ладно, пойду я. Капец, странный, конечно. Да сам-то странный. Пацан делом занимается, скоро будет миллиону зарубать. Ты прикалываешься? Ты фигней страдает, а? Какой еще марсоход? Ему что, делать нечего? Да тебе делать нечего. А он как раз таки время зря не теряет. Ладно, время покажет. Слушаю. Здравствуйте, а у вас есть микроконтроллеры по типу Raspberry или Arduino? Чего? Тебе зачем, мальчик? Так есть или нет? Ну, какие-то микроконтроллеры были. Мне нужно посмотреть сейчас. Подожди минутку.
Ты знаешь, к сожалению, здесь у меня этих микроконтроллеров не осталось, но если хочешь, я могу посмотреть на складе. Если тебе сильно не горит, попозже можешь заехать. Наверное, знаешь, как сделаем? Я дам тебе свою визитку. Если что-то вдруг понадобится, можешь написать смс-ку мне, ну, чтобы я два раза не ездил, хорошо? Хорошо. Слушай, такой вопрос. Скажи, ты что там, ядерную бомбу собираешь? Нет, для ядерной бомбы такое не подойдет. Понятно. До свидания. Ну, всего хорошего. Пока. Тимур, подойди к доске. Тимур, скажи, пожалуйста, как ты здесь решение нашел? С помощью новой переменной. Что значит новая переменная? Ты в учебник заглядывал? Да. Ну и? Что за самодеятельность такая? Просто мне так удобнее. Удобнее ему. Ладно. Садись, ставлю тебе 4. Но больше так не делай, хорошо, Тимур? Тунжа Маратовна. Все-таки зря вы так. Вот если решение задачи правильное, тогда какая разница, как к нему пришли? Если вы не знаете решение задачи, это ведь не значит, что никто его не знает. Покажите ко мне его работу. Да, конечно. Вот. Тоже, Маратовна. Я много лет преподаю математику, но такое я вижу впервые. Он определил зависимость между двумя переменными и просто ввел новую переменную, чтобы выразить каждую из них. А потом он вставил готовое решение в формулу. Посмотрите, вот. Вот здесь. Ну, я просто думала, если бы существовал новый метод, о нем было бы известно. Да и вообще, зачем новый метод, когда прекрасно работают старые? Затем, что он упрощает решение задачи. У парня явный талант. Помяните мое слово. Уже сейчас он обходит во многом нас с вами. Кстати, он ведь перевелся к нам из 28-й школы? Почему? По-моему, у него были там проблемы с коммуникацией. Мальчик из-за своего заикания очень стеснялся. Ну вот видите, а вы его талант заживо хороните. Продвигать парня надо. И, пожалуйста, извините ему оценку. Хорошо, Бахтуль Сабековна. Бала, что ты тут делаешь? Да, марсоход строю. Угу. А уроки-то ты сделал? Сделал, сделал. Что задавали? Да, там стих выучить. Ну так выучил? Не-а. Ну а когда учить будем? После того, как марсоход построю. Марсоход? Расскажи. Ладно, расскажу. Также его можно назвать роботом-разведчиком, потому что его можно использовать при разведке природных ископаемых. Также его можно использовать при освоении космических объектов. И также он может собирать и анализировать данные на основе моих алгоритмов. В итоге эти данные в виде шифра выходит на мой бортовой компьютер. Слушай, здорово. Да, блин, у нас вообще ничего нет. Придется все в интернете искать. А что ты ищешь? Да всякие электронные компоненты, резисторы, конденсаторы. Прикинь,
Чувак, к которому я в самом начале пришел, подумал, что я какую-то ядерную бомбу собираю. А вообще, брат, я тебе скажу, ты красавчик. Ты видишь дальше остальных. Ты видишь то, чего не видят другие. Я у тебя давно хотел спросить, а когда тебя позовут в Google, возьмешь меня с собой в Калифорнию? А зачем ждать-то? Вдвоем не страшно. Главное, оценят работу, а затем можно и в Калифорнию, и в Мичиган, и в Огайо с Дакотой. Неважно, где мы будем жить. Главное, чтобы у нас были хорошие компьютеры и интернет. С удовольствием, но я в этом вообще не шарю. А ты сделай красиво, пусть знают, что у нас мозги есть. И в общем, там конкурс по робототехнике тема. Я в общем хочу, чтобы моя работа, она выглядела неплохой на фоне остальных. Алтанам сол. Неужели ты сам все это собрал, а? Почти все сам. Правда, там несколько деталей не хватает. А что, у нас такие не продаются? Мам, достать не проблема. А сколько нужно? 50 000. После того, как выиграю, обещаю, все верну, обещаю. Ну вот, братишка, все, что смог найти, нашел. Конкретный у тебя, конечно, списочек получился. Слушай, а если серьезно, что ты там собираешь? Так, сколько за все? А сейчас я тебе все посчитаю. Берешь? Беру. Ну, не знаю. По мне, так это слишком затратная разработка. И не факт, что результат будет положительным. Ну ладно, давай я тебя зарегистрирую, послушаем, что другие скажут. Тимур? Подмушите. Хочу представить вам своего робота-разведчика. Его можно использовать при освоении космических объектов, либо же при разведке природных ископаемых. Также он может анализировать, эти данные в виде шифра отправляется на мой бортовой компьютер. Спасибо за внимание. The robot can analyze more than 87 chemical elements, temperature and radiation. And it has a special ultrasonic sensor to analyze the objects behind him. Тимур, присоединяйтесь к нам. Держите мою визитку. Позвоните ко мне на следующей неделе. У меня есть к вам предложение. Шикарная разработка, да? Конечно, шикарная. Я ее как увидел, сразу понял. Это явный фаворит. Да, Тимур? Да-да, так и было.
Ты что, учишься, школьник? Да. Не хочешь переехать в Канаду? У нас там головной офис. Доучишься там. Ну, не знаю. Нужно с мамой переговорить. Да, конечно. Тимур, подойди к доске, пожалуйста. Тимур, и вы, ребята, тоже слушайте. На прошлом уроке я тебя отчитала за то, что ты пошел нестандартным путем в решении задачи. И хочу признать свою ошибку. Я была не права, Тимур. Я твою работу показала Бахткульсабековне, а она меня отругала. В общем-то, правильно сделала. А ты, не переживай, я твою оценку исправила тебе. Хорошо? Ребята, вы тоже слушайте. Никогда не бойтесь признавать своих ошибок. Это очень помогает в жизни каждого человека. А ты давай, чтоб не зазнавался, возьми тряпку, вытри доску, запиши сегодняшнюю тему и дату. Устройство казахстанских студентов заняло первое место в конкурсе SpaceX Challenge от NASA. В этом конкурсе Казахстан раньше ни разу не занимал призовых мест. Я вообще не ожидал, что я выиграю. Это просто для меня очень круто. Настолько круто, что я даже словами не могу описать. И хочу сказать спасибо жюри и вообще всем, кто организовал этот конкурс. Финал соревнования прошел в конце октября в Нью-Йорке. В нем участвовали 25 тысяч человек из 70 стран мира. Дима! Тимур! О, Тима! Пацаны! Салам, Тимка, как ты, брат? Салам! Салам! Нормально, вы как? О, нифига! Ты почти не заикаешься. Ну, я работаю над этим. Я же говорил, что протащит. Красавчик, бро. Я тебя по телеку видел. Офигеть, это ты прям в НАСА работать будешь? Ну чё, возьмешь меня? Ладно, без проблем. Я всегда тебя звал. Я всех зову. Давайте делать вместе. Ты, походу, теперь занят, да? Больше не будешь с нами играть. Футбол? Почему не буду? Буду! Я. Всем привет. С чего начнем? Нас кормили один раз в день максимум. Все. На этом проекте трудно было, наверное, питаться, так как мы не кушали вообще. Сложно было. Мне кажется, фильм будет коротким, но все же очень интересным и понятным. Играть Ружана, я буду тихо. Ренат. А? Ключка была вверх себе. И начали. Я вот прям надо засунуть руки в голову. Всем привет, меня зовут Ислам. Я режиссер фильма «Изобретатель». Меня зовут Джан Маким, мне 11 лет. Я снимался в фильме «Изобретатель» в роли Тимура. Меня зовут Дидибай Фалихан, я оператор этого проекта. И это моя первая работа в жанре игрового кино, пусть даже короткометражного. Продюсер Бауржан Нармет позвал на этот проект. Очень было приятно. Короткометражный фильм про ребенка, которого придумал марсоход в 13 лет. После того, как я выступил на Евровидении с
сразу меня позвали в кино, и я, конечно же, не мог сказать нет, потому что я с самого детства любил смотреть кино, и даже иногда я просто вставал в зеркало и притворялся, будто я тот самый главный герой. Вот это вообще не трогай, да? А, вау, что тут он бросит? Также было интересно, что это съемки с детьми, а у детей не было опыта игрового кино, и поэтому было вдвойне интересно с ними работать и где-то что-то для них новое открывать. Так как я знаю, что нелегко работать с детьми, но на этом проекте было легче, чем ожидалось. Я, честно скажу, никогда не снимался в кино. Я всегда пел. Также в основном я участвую в конкурсах и в разных шоу. Кружит в пенисте. Мне понравилась отдача их актеров, вообще всех актеров. Мне понравилась отдача команды. Я считаю, что нам очень повезло с тем, что нам все время везло с погодой, с локациями, с актерами, с реквизитом, вообще со всем. В основном сам проект мне очень сильно понравился. Вся команда наша, все вот друг друга понимали, друг друга поддерживали, и мы, я думаю, то, что мы справились на отлично. Главного актера Жана Макима я знаю с одного телепроекта. А у него не было никакого опыта в игровом кино, поэтому приходилось с ним работать отдельно. Также это специфичная роль, потому что главный герой заикается, и нам приходилось над этим очень долго работать. Трудно было, конечно, заикаться, потому что я сам не заикаюсь по жизни, и это было трудно, так что я старался по полной. Часто нам приходилось придумывать кадры, например, как сцена, где главный герой катается на карусели со своим другом, или сцена с починкой компьютера. Повезло с оператором, потому что он находил самое лучшее решение при самых не лучших условиях работы. Хочу рассказать про продюсера. Он продюсер у нас немного странный, что он то дает обед, то не дает. И насчет гонорара он нас обманул, кажется. А на самом деле у нас очень крутой, молодой у нас продюсер. У него все получалось отлично. Он во всем нас поддерживал, то есть все нам преподносил. Да. У нас зарплата нашего оператора. Вот буквально где-то вот недавно, вчера, может быть, я встретился с Тимуром. Мне он очень понравился, и мы с ним как-то немножко сблизились. А команде хочу сказать, снято спасибо за проект. В одном маленьком городе жил-был мальчик по имени Саша. И было у Саши интересное увлечение. Он разводил хищные растения. И пришла как-то раз к Саше его подруга Мика. Давай сделаем выставку. Да не, мне кажется, это будет провал. Согласился Саша. И пошли они с Микой аренду искать. Наша галерея для живописи и графики. Думаю, не получится. Умная такая. Пошли туда, пошли сюда. Долго искали. Упорно. Хватит ныть. А вот что из этого вышло, вы узнаете, посмотрев серию.
Приятного вам просмотра!